Еще раз здравствуйте, ребят. Была у нас, и сегодня была тренировка, как-то я уже поднимал эту тему. Вот эта смена кулаков, перехода одного ударного движения в другое, усиление что? Предыдущего действия, первого, второго, следующего. Что? За счет чего? За счет, конечно же, использования что? Инерции массы. Раз я даже одной рукой ударил, у меня уже массы больше, я ударил левой, ушло на правую половину, да, для правой руки. Моя правая половина расслаблена, она что сделала? Никуда не ушла, она погасила инерцию удара, саккумулировала ее и использует. Вот. То есть вот эта смена кулаков, смена рук за счет переворота плечей. Как ее можно еще раз для себя почувствовать? Ребята, вот такой маленький штучка, пакетик. Он легкий, он очень легкий. Но, потому что он легкий, почему? Потому что, о, полетел. Он очень что? Показателен. А именно, поставил я пакетик. Вот если я его раньше отпустил, он у меня уже, вот я чуть-чуть раньше отпустил его. Чуть-чуть раньше отпустил, нежели начал бить. Он уже потеряет момент, он потеряет место. Что мне этот пакетик дает? Я начинаю бить, правый в данном случае. О! И отпускаю. Я бью левый. И отпускаю. Если я чуть-чуть раньше отпущу, чем я начал бить, я уже это, посмотрите, даже сейчас я встал, видите? У меня не развернулось плечи. Мне пришлось вот это движение сделать. Почему? Я отпускаю, я начинаю тянуться рукой. Вот эта смена плечей, переворот плечей, вот на этом пакетике очень показательно. Посмотрели. О, посмотрите, как сильно развернулись плечи, даже стоя на коленях. Не отпустил, а бью. И вот этот пакетик вам поможет это делать. Движение, пожалуйста. То же самое движение могу сделать. Да? Бью. Не отпускаю. То есть, что такое отпускание пакета? Отпускание пакета, это ты когда забирать руку начинаешь и потом бить. Ты уже там оказываешься. И не используешь свою массу. Вот этот пакетик в этом показателен. Я не забираю. Я бью, в данном случае, правой рукой. И отпускаю. Вот этот момент попробуйте поделать. Пожалуйста. Все. Пользуйтесь. Не болеем. До встречи.